Положить на пищевую пленку куриное филе. Накрыть его другой пищевой пленкой и слегка отбить. Посолить, поперчить. Белый хлеб нарезать тонкими ломтиками. Яйца взбить с молоком. Отбивные обмакнуть в подготовленной массе и запанировать в белом хлебе. Сливочное масло разогреть на сковороде. Шницель переложить на сковороду и жарить с двух сторон. Подавать с солеными овощами.